Временное затемнение вызвало бурю негодования в поселке Нагулино. Ремонт электропутей оставил без света и энергии целый жилой квартал. Отключают свет и в домах, и в магазинах ежедневно, практически с утра и до самого вечера. Вот холодильник один, второй. Все течет. Вот продукты мне испортили, мне на куда? На 5 суток сказали, до 28-го включительно. Это до же конца не... недели. Это вообще это нереально. И сказали до 7 вечера, вчера включили, 10:30. Ну это надо же с 9 часов телефон утра. Телефон разрядился, идти на работу. Ну, холодильники все потекли. А куда нам их на дорогу просто выйти и выбросить? И даже не сообщили, отключили, бегали. Сами жители бегали и сообщали, что не будет у нас света. 5 суток. Какие-то работы делают? Вот, приходится спасаться, включаем кондиционеры, морозим все, что было в холодильниках. То есть спасаемся как можем. Мы даже воды не набрали. Жена еще тем более сейчас из роддома завстречать, а света нету, малышку привезут. Сейчас что как будем делать, не знаю. Сколько по закону положено, чтобы не было света? 2-3 часа? Это должно все включаться, как бы что ли, должно работать. Ну, пускай там 2 недели вы на 2-3 часа выключали, но не так же с утра и до вечера. Не должно же такого быть. Но... Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда будет в поселке свет? Ребят, ответьте на вопрос, пожалуйста. Вот тут такая буча, тут приехали электрики, наглецы, отключили весь свет, люди жалуются, все такое. Моя работа вот натянуть линию и сдать ее, все. Субботу у нас заканчиваем. Капитальный ремонт воздушной линии 6 киловольт. Куда деваться? Надо людям делать. Я понимаю, у нас очень плохое это сам напряжение. Нам хотят кабель большой провести. Менять все равно надо. Во-первых, этот провод 37-го года, он может сгореть. У нас заселились бизнесмены полно. У них даже полы обогреваются, у них даже бильярды там шарик катают электричеством. У нас вообще... Зимой мы все время отключает свет. Все время свет отключает, зимой и летом. Будет хорошее электричество, все будет хорошо.